Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Сейчас я вам расскажу, как сделать убавку полотна без ступеньки. Обычный традиционный способ убавки полотна несколько петель, когда мы выполняем, мы получаем ступенечки. И многие не знают, как с ними справиться, потому что если мы делаем краевое изделие с убавками, ступеньки нам очень сильно мешают и портят весь внешний вид. Сейчас я покажу вам, как можно делать такие же убавки, но по прямой, без ступенек. Для выполнения убавки без ступеньки, первое, что мы делаем, снимаем петлю, распускаем петлю с первой иглы. У меня получается на крайней игле на один ряд меньше провязано. Теперь я определяюсь количеством петель, которые мне надо убрать. Это 4. И начинаю выполнение убавок традиционным способом. Снимаю крайнюю петлю на петлю-ловитель, вторую петлю и провязываю петельку рабочей нитью. И так далее. Я делаю обычную убавку косичкой. Пересаживаю полученную петельку на крайнюю иглу, провязываю одну петлю и два ряда на вязальной машинке. Снимаю с колков зацепы, если они есть, и видите, ступенька отсутствует. Если вам понравился этот способ убавок, если он был вам полезен, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, а также подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Обязательно приходите на бесплатные посиделки по вторникам и четвергам и ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.